Он дает мультишот. Очень, так, конечно. Глиммер, пока что энчантрас, торнадо попадает, ЕМП туда же, айсберг бежит вперед, нападает, в итоге в лотус дает стан! Но в итоге расстреляли Инчу, но в это время пошел фокус, жесткий Витюна, Витюна спасает, он роняет Аегис в итоге тоже. Но эпилептика не... Эпилептика, контроль супернова пойдет, рапира минус! Плюс рапира для команды Na'Vi, и ВП отступают. А что им еще делать? Они жесть, и Витюн забирает ее, говорит, вау, о май гад. Вот это лут. Ну все, можно идти в трон, там ББК.